Там большая дыра. Так, если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра – это нора. Ага. То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется, я... Эй, кто-нибудь дома? Я спрашиваю, эй, кто-нибудь дома? Нет. Я не понимаю, о чем удрал. Ну, там, понимаете, может быть, связано еще с тем, что идут сложные процессы вот в этой структуре нанотехнологии, которую он возглавлял долгие годы. А подходящая компания – это такая компания? Большие цифры. Вот, ну... Значит, ну, да, правда. Я сейчас не буду даже цифры называть. Огромная дыра, значит, такая финансовая. Всякие вещи, если я пойму, я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет. Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а... Маша Израилевич какой-то. Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар. Каких-то уголовных дел, преследования. Может быть. Где нас могут? Нафига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю. И я! И я того же мнения! И я! И я! И я! И я! И я!